Партнер проекта – управляющая компания «КОД». Качественное обслуживание домов. Жить и работать вместе. Добрый день. Банки снижают ставки по ипотеке вслед за снижением ключевой ставки Центробанка. И этим имеет смысл воспользоваться. Проходить заново процедуру оформления ипотеки в новом банке – это время и нервы. Но стоит помнить о том, что экономия может быть существенной. Эксперты портала сравни.ру напоминают, что выгоднее всего рефинансировать кредит в первой половине срока. В этот период заемщик получает более заметную выгоду за счет уменьшения процентов. В дальнейшем экономия от рефинансирования снижается. Для поиска наиболее выгодного решения стоит начать процесс с подачи заявления действующему банку-кредитору, указав на необходимость пересмотра процентной ставки. Параллельно нужно провести анализ наиболее подходящих предложений на рынке. Очень важно уточнять информацию о дополнительных комиссиях и прочих расходах, которые возникнут при подписании документации и ее регистрации, так как дополнительные траты могут сделать новый кредит менее выгодным, чем предыдущий. Это правило денег.